Добрый день. К вам обращается город Энгельс, улица Полтавская, 25, Полтавская, 25А, Полтавская, 31. Направляем официальное заявление Бастрыкину Александру Ивановичу. Мы просим вас защитить интересы жителей и наши права. Дело в том, что наш огромный комплекс в 21 году по разрешению администрации города Энгельса, это комитета ЖКХ, перенесли площадку ТБО за территорию дома на старую площадку, которая здесь стояла более 30 лет, при условии ее увеличения по всем стандартам Санпина. Мы это сделали. То есть огромный дом провел голосование, мы прошли все бюллетени, все стадии, разрешения. Мы приглашали администрацию, чтобы они сами указали место, куда нам перенести. Мы перенесли. Ровно год назад в нашу управляющую компанию приходится письмо с требованием демонтировать данную площадку и поставить ее в центр двора. На минуточку, в центре двора у нас находится детская площадка и две электрические подстанции. По нормативам невозможно ставить площадки ТБО в 0 метров от электрической подстанции. Дело они направили в суд. Не дождавшись окончания суда, администрация города Энгельса за подписью Дворцова Сергея отправляет приказ в Ситиматик вывозить баки, демонтировать площадку. Мы напоминаем, что данной площадкой пользовались 4 дома и 1 гаражный кооператив. Это около 3000 жителей. На данный момент площадки нет. Администрация города Энгельса не предоставила жителям никакой альтернативы. И сейчас здесь образовывается стихийная свалка. Людям, детям, старикам некуда выкидывать мусор. Им приходится, к сожалению, складировать прямо на земле, что вы видите за нашими спинами, и у подъездов своих домов. Поэтому просим вас рассмотреть постановление администрации, которое выпустило за подписью, просим вас защитить интересы наших жителей.